Привет, амигос, продолжается инфернальный Дантес. Знаете, о чем я подумал? Раз на мега сложности играть невозможно, а на средней играть неинтересно, надо делать так. Надо на хелиш проходить оттуда, докуда сможешь, а когда чувствуешь, что ну никак дальше не идет, скидываешь на середнячок, раздаешь всем люлей и проходишь, собственно, дальше. Мне кажется, что это ну оптимальный вариант прохождения настолько непродуманной игры. What is that beast below? Cerberus, the great worm. As a dog that craves barking, then grows quiet when he snaps up his food, so are the foul faces of the demon Cerberus, who thunders over these souls. Короче, мораль того, что он сейчас сказал, то, что на этом уровне будет боссом Цербер, только он почему-то сказал, что он великий червь, или что-то типа того, great worm. О! Это круг чревоугодия. Смотрите, вот такие же рожи были в Little Nightmares на кораблике. Но только в этот раз я по этой роже смогу надавать, видимо. О! Вау-вау, это даже круче чужого. Это даже круче гидры из Dark Souls. Это Церберус? Вот это? Я думаю, что что-то надо делать. Петуч, блядь. Что вот это такое? Что с этим надо делать? Отлично. Заебательски. Понятно. Эта штука взрывается и поливает их в морды огнем. А до этого надо уворачиваться. Удар. Только падла. Охуенно вообще. Блять, какая же неадекватная пососная хуйня. Так, подожгли. Бум, бля, я, честно говоря, не понимаю. Он с двух плюшек меня выносит. От этого и увернуться толком нельзя, и блять, некогда подорвать вот эту херню. Он просто видит, что я ее ломаю, и нападает. Божественно. Какой-то не босс, блядь, а загадка, сука. Опа, мимо. По морде можно бить. Да, блядь, пока вот эту хуйту лопнешь, реально, он тебя уже сносит. Потрясающе. Ага, у меня же есть мои крылышки. Мои крылышки Олдейс, которые защитят меня от дамага. А вот тут мы можем уже ему втащить. Тык-тык, мазафака. Ну что, одну сардельку отлупили. Отлупили, отрубили. Победили, завафлили. Неплохо так здоровье восстановилось. Блять, попал все-таки мразота. Ну, блять, ну она сносит одним ударом, блять, на этой сложности. Одним, блять, ударом. Да куда нахуй столько дамага-то, блять. Ну ёбнулись, что ли. Это просто пиздец. Когда мне, блядь, юзать это говно, если она тут же атакует, блядь? Смотрите, я нахуй уворачивался, все равно огреб, блядь. А? Заебато, да? Давай, руби эту мразоту. Она не сдохла. А на чужого-то она похожа как сестра, блядь, родная. Ну, пока нормально, пока уворачиваюсь вроде. А вот сейчас не вернулся. Я так понимаю, что обычными ударами, без применения вот этой штуки, которая... Вот это вот... Его просто не убить. Ему просто похуй на мои атаки.
Вообще, мне кажется, он только магией кладется. Да, сейчас мне немножко дадут, немножко здоровья, опять же. Но у меня не будет столько жизни, чтобы пережить хотя бы один удар. В общем, парадокс этой гениальной, блядь, сложности. Тогда мы юзаем вот эту херню. Мы можем безопасно лопнуть вот эти. Здесь головы нету, чтобы атаковать. Это вылетает мана. Маны тоже мало, естественно. Нет, нахуй. Ну, по крайней мере, я понял, как его провоцировать. Блять, манда. Хер бы с ней, надо восполнять запасы. Запасы маняги, чтобы кастовать себе крылья неуязвимости. Соси хуй, тварь. Сурово. Очень суровая сложность, очень плотные боссы. Хороший тамада и конкурсы, бля, интересные, бля, буду. Давай. Когда одну голову снесешь, как-то менее сумбурно становится драться. Знаешь, где у тебя безопасная зона. А чё она не загорелась-то? Алло, родная. Ты чё, ёпта, попутала, что ли? Атака отрыжками. Отрыгивает она человеческие кости, кстати, если кто не видит. В этом мощнейшем графонии. Еле успел, блядь. Кербер. Еще одну сардельку отлупили. Апгрейднута. Апгрейднут этот хвостик, который я поставил. Ох, блядь. Бля, буду еле успел нажать, серьезно. Охренеть, просто можно. Охренеть. Давай, сделаем это. Ах ты, сучка. Эй, а где нокдаун-то? И это поебда! О, блять. Это не поебда, это... Что за говно? А, там... А хорошо айфон с фонариком, да? Нет, это поебда! Это все-таки она! Сука! На харде, блядь! На харде порвал его, сука, как баян на свадьбе, блядь, тети Вали! Знай свое место, мразь! Так, что выпало? Эй, подожди. Это что дает? Dante Stores Redemption Energy. Блок. О, при блокировании они имеют шансы глушиться. Ну, дамаг захвата мне нахуй не интересен, в принципе. Так пойдет. Вот, чувствую себя великим геймером, когда на харде я побеждаю босса. Только ради этого я этой херню и страдаю, блядь. Глотами. Долина опарышей, твою мать, смотри. Зубастые члены. Ох, блядь!
Да ты чё? Нет. Ну иди сюда, маромой, бля, вонючий. Да, эти монетки уже задолбали. Ну давай, я ж с крыльями, давай. Ага, получи еретический член. Ты вообще реально побит? И улез обратно. Да я манал. Ну и залупа. Невозможно оскорбить залупу, назвав твою залупу. Ну ладно. Кстати. У меня тут накопились левелы. А, знаете, почему я постоянно забываю про безумие? Потому что оно, блядь, копится полигры, сука. Так. Holy Protection. Как это работает? Dante will take 10% дамага. Yes. И, наверное, надо какую-нибудь атаку. Вот четверную. L2 плюс бэм. Не, вот это. И увеличенную мощь вот этой залупендри. Ну, как она теперь работает? Да так же, как, собственно, как и работала. Нормально. Ну, просто комбо-атаки тоже нужны. Я понимаю, что выгодно магию прокачивать здесь. Очень выгодно. Ну, блядь, скучно драться одними ударами. Капец. А тут бомжи воюют с вялым членом. Смотрите. Опа, член победил. Второй тут же ретировался. Похер на друга. Да, заебало. Причем дамаг-то нанесло. Ну да, блядь. Коси. Бля, с этими членами хер повоюешь, я вам скажу. Единственная причина вообще в этой игре магию прокачивать, это чтобы, блин, на последних уровнях при убийстве крестом он лечиться начинает. Я посмотрел по прокачке, что там. Все, остальное это что-то такое. Это пиздец. А ты не охерел, мразь? Хоть одного-то я, блядь, убью, что ли, нет? Одного. Не, сколько из него говна-то выпало. Еще я всех должен членов попередить. Сомнительная хуйня, ребята. Ярость пошла. Блять, просто заебись. Как с ними чмошно драться, это просто фантастика, блядь. О! А чё-то этот сразу лопнул. Как сделать, чтобы он вылез-то? Блять, чтобы он меня не хватал, блять, а просто вылез. Что я должен сделать? Блять, такой враг конченый. Честно говоря, бля. Ну, пиздец, их еще всех надо убивать. Ну, бред же, ну. Лоренце сквала меня Сиасо, свинья. Сиасо, анонимный горожанин Флоренции. Короче, неизвестный горожанин Флоренции, который всю жизнь, блин, чревоугодствовал, теперь проводит вечность на этом кругу, на третьем кругу ада. Абсолвим, конечно, но любил чувак пожрать, ну и что?
Я вот тоже шавуху жрать люблю. Чем мне за это? На третий круг ада? Отстой какой! Кто вообще придумал грех чревоугодия? Какое же говнище. Все лучшее в этой жизни, блядь, либо незаконно, либо развратно, либо ведет к ожирению. Ничего не поделать. Все вопросы к создателю. Лора нашей вселенной. Ну и правила, твою мать. Да, блядь! Такое чувство, что я лопаю, сука, красную икру. По икринке. Эй! Ну чуть-чуть осталось, 720, говно. Мало, ёпта, мало. Упокойся с миром. Или я упокоюсь с миром. Найди мир, говорит ему Данте. Так, подожди, а новая есть? Что? Подожди. Перезаписать. Все, место кончилось для сохранения. Хы. Давай по новой. Мазафака. О, это что такое? О! Летучее говно, опять ты. На этих даже ни святость, ни грехи не прокачать. О, подожди-ка, там в пасти кто-то сидит? Excuse me, pardon te, какая-то баба. Клодия. Но, конечно, была бы моя воля, я бы ее запанишил, но, блин, надо святость прокачивать, чуваки. И ничего не пойдешь. Да здравствует, дебильные, уродские, блядь, галимые мини-игры. Просто говно, вот мое мнение. Это самое тупое, что можно вставить в слэшер. Я просто в это еще, блядь, в 90-х наигрался, когда мне от брата... Это что, блядь, несгораемые, что ли? Когда мне от брата достался электроника, как там ее, блядь, где волк яйки ловил. Ай, залупа вонючая. Почему ноль-то, блядь? Ноль-то почему? Теперь эти игры можно проиграть? Охуенно. Я хочу умереть. Причини мне боль. Я ебал. Серьезно. Сказали, говорили, что где-то здесь есть артефакт, который позволяет избежать этих уебищных мини-игр, но я его, видимо, либо не нашел, либо у меня его еще нет. А просто нахуй надо, ебал. Я тогда лучше казню, нахуй. Пусть умрет. Главное, святое это вознесение, это мини-игра, а прокачать дьявольскую силу просто убил и нахуй. Шедевр. Извини, родная. У тебя мини-игра дерьмовая. Ничего личного. О, сразу 600, бам. Ага. Ты идиот, блядь, ты идиот, нахуй. Почему он на крестик спрыгнул, если на крестик всегда было ускоренное перемещение по канату? Вот именно здесь какое-то другое управление или что? Я, блядь, не понимаю, нахуй, эту игру. Блять, какое-то говно на ровном месте просто нашлось. А, скажи еще, что мне пиздюлей дадут. Клаудия, это снова я. Как дела? Не скучала? Да. Да. Ничего личного, говорю же. Гори в аду, сука. Окей, не будем ничего жать. А, вот. Вот так он может еще делать. Тоже пойдет.
Опять ты. О, я слышал пердеж. Куда же без него? То, в чем не были удовлетворены эти души при жизни, в том при смерти им будет отказано навечно. Ты артефакт не дай. Но могут ли эти души когда-нибудь быть освобождены от своей судьбы? Сиасобайл. Что это такое вообще за блевотина? Require Holy Level 5. Mana Regeneration. Интересно. Ну, короче, вот эта херня дает постоянную регенерацию маны, а вот что дает штандарт Энтони, я не знаю. Но, блядь, мне нужен 5-й левел Holy. Holy Motherfucker, чтобы носить эту херню. Может, я лучше вот эту херню одену. Магические атаки апну. Они не проснутся до тех пор, пока не прозвучит труба ангела. Тогда каждый вновь обретет свою плоть и услышит то, что слышит вечность. О, дымная дверь, дымная дверь. И под звук пердежа опять на меня нападают бомжи. Так, мне нужен холи 5-го левела, я манал, бля. О, блядь, тут и это говно еще. Ну, ежу понятно, что сейчас я сдохну, потому что здоровья нет нихера. Я знаю, что сдохнуть надо раз в 5. Вылетает какие-то копейки из них. Ну просто я даже если справлюсь с этими баранами, со всякими всей этой хуйней, то червя-то я уж точно не убью. Тюк, блядь, попал, ублюдок. Интересно, что до этого показывали, как живой член бьет этих бомжей, но сейчас они все решили объединиться против меня, видимо. Даже немножко маны дали, смотрите. А ну-ка, давай-ка. А, эта херня вообще сжигает всю ману, пока у меня не кончится. Интересный магический прием, на самом деле нет, говно полное. Если бы знал бы и не юзал. Ох, какое добивание появилось интересное. Что-то он не сдох от него. Это маленький минус среди огромных плюсов этого. А, тут мана сбоку стоит, блять. Да разлетитесь же, ублюдки. Блять, ему похуй, что я подкидывание юзанул. Конечно, похуй. Исторический же вопрос. Я не понимаю, на какой хуй там стоит эта купель, если до нее просто не дают добраться. Ну если этот член не барана только что загрыз. Барана. Ну да. Мне вообще-то нужна была его. Да-да-да. Ну, еще дольше юзать эту купель просто невозможно, блядь. Даже инвалид Кратос, нахуй, на всю голову быстрее открывал свои ебаные сундуки, чем этот пидарас Данте юзает эту, блядь, хуевину. Ну зачем так долго? Я, блядь, не понимаю. Зачем она стоит там, если ей не воспользоваться? Зачем? Для чего, блядь? Чтобы дохнуть там подходить или как? Или это только на сложности, блядь, не работает? Mm-hmm.
склад отключился. Вообще, вообще великолепно. Вот это вообще топчик. Походу разрядился или еще что-то того. Ай, блядь. Ну хорошо, хоть в то время, когда я и так насасывал. Давай! Такая атака вообще звездная просто, ему насрать, он даже не подумал дохнуть. Блять, он его съел, гандон. Я собирался из него вообще-то высосать себе немножко душ. Святый. Я так понимаю, что в этом отрезке мне надо именно червя завалить. Блять. Случайно не то нажал. Ну вот. Блять, меня ублюдки. Давай еще пачку. А, все, только я и червь остались. Блин, пиздец. Блять, как же с ним классно драться, это просто нечто. Блин. Ее главное не добить. Из червя не вытащить, ни холи, ни хуели. Так, 3000. На что можно потратить 3000? Ох, нихера. Так, больше маны. Magic. Just Storm. А, это то, что выпало из этого. Из Тараса, которая ману мою высасывает. Опять 5000. Дорого нахер. Holy Devastate. Еще один удар, смотрите, раз, два, три. Ну, в разные стороны просто пуляет. Невыгодно. Вот немножко маны, побольше вот это. Топчик. Ой, ее даже полную полоску дали, нихера себе. Какая симпатичная бегемотиха. О, сиси. Как много сиси. Ой, бля, аж плохо стало от таких сисек, да? Данте, что ты делаешь? Кто сделал тебя священником? Кто сделал тебя священником? Яблоко от яблони. Ты думаешь, тебе не придется отвечать за свои грехи? Алло, ёпта, я же отправился в крестовый поход. Епископ убедил нас, что все грехи будут прощены. И ты поверил? Ты и правда поверил этим продавцам спасения? И как насчет тех заблудших душ, что мы убили? Где они? Они тоже думали, что их дело свято. Где они? Почему я не увидел никого из них в аду? Потому что это не их ад, дебил, они же мусульмане. Не трать свои слезы, девочка. Зная моего сына, он давным-давно мертв.
Ты осмелился войти в мой дом, каналья? Походу, зря он эту цацку носил. Нет, будь ты проклят! Она ничего не сделала! Останови его! Узри тела своей семьи и руины своего дома и своей жизни. Каково это чувствовать, когда это твое собственное? Она не моя сестра. Она моя жена. Будь ты проклят! Что еще ты можешь забрать у меня? Это вызов? Что еще? Только ты можешь узнать это. Продолжай сражаться, Данте. Кто этот сарацин? Че он хотел? О, пердешная баба. Вообще. Бля, у меня сейчас шишка вскочит, если она еще раз сданет. Люблю страстных вонючих. Оу. Это похоже на бегемота из Dark Souls. Только с сиськами. Там он лица сзади в тумане такие классные. Левел дизайн прям очень четкий. Я больше туда смотрю, чем на эту жирную. Мгась. Он вечен. Вообще такие атаки она выдерживает. Эпсол, сучка. О! Не понял я что там. Как она сразу разорвала. Так, четвертый левел Absolve. Мне нужен пятый, чтобы артефакт на вечную ману нахлобучить. Но походу это будет не скоро, ближе к концу игры, наверное. Вау. Что происходит? Мне куда надо прийти-то? Как это работает? Мозголомка такая. Так, херня еще и на время прилетала. Зачем она нужна была? Ну, прыгай в проем-то. Не хочет, падла. Да отпускайся же ты. Я на какой-то звук слышал. Ну вот, допустим, она... Она зачем вообще нужна-то? А, он еще. Прикольно. А сейчас хрен ли от меня хотят, простите.
ощущение, что в какой-то момент надо просто назад пойти в предыдущую дверь. А, вон верхняя разворачивается, смотрите. Вон в чем за место. Я смотрел, что этот кусок стола летает. А он здесь и ни при чем. Окей. Как туда попасть? Я очень стесняюсь спросить. А вот я сюда опять зачем-то выпал. Ну тут вообще, блядь, мозг сломать можно нахер. Только вот эти две стабильно работают. Ха-ха-ха, я там одна купелька осталась. Сука. Там 3 копейки опыта было. Ладно, закончился, слава богу. Но это было прикольно. Фух. А сколько там опыта подбыло? 1200? Копеечки. Ничего особо важного не потерял. Ну и хватит, пожалуй. Цербер был, бабы были, сиськи были. Что еще надо для полноценной серии? На этом все. Нажмите, что-нибудь там напишите. Ну, вы знаете, что делать.